Напев хинди подобных звуков для Светланы Агарвал в прошлом, сегодня она знает хинди в совершенстве. Белорусско-индийское чудо. Красавица-славянка исполняет песни смуглых и ранимых индианок. С чего все началось? Конечно же, с Болливуда. Петь любила я всегда, с самого детства. Увлечение индийскими именно песнями у меня началось с просмотра индийских кинофильмов. Конечно же, хинди я не знала. Я что слышала, то и перепевала. Естественно, я не понимала особых слов, то, что в кинофильме давали перевод, это все, чем я руководствовалась. В чем секрет такого узнаваемого вокала? Многие задавались этим вопросом при звуках, казалось бы, одного и того же голоса в каждом индийском фильме. В вокале имеются такие понятия. Головной резонанс и грудной резонанс. У нас используется больше грудной резонанс. В Индии большое внимание в исполнении индийских песен уделяется головному резонансу, то есть головным регистрам. Представьте, в какой восторг пришел будущий супруг Светланы, когда услышал родные для него напевы. Он родом из Индии. А в какой же восторг пришли будущие родственники девушки? Можно даже так сказать, они были слегка шокированы. Вот. Но я изначально старалась постичь азы индийского языка, и, в общем-то, мне это удавалось благодаря моему супругу, вот, и благодаря, естественно, пребыванию в Индии. Светлана встречала публика и славянского базара, и других мероприятий, организованных посольством Индии в Беларуси. Но ее ждет и другая сцена. Меня сейчас приглашают записать в Мумбаи свой диск на языке хинди. Почему же талант Светланы в диковинку для, казалось бы, вечно поющих индийцев, очевидно. Они говорят, что если закрыть глаза, то кажется, что поет индианка. По-моему, это высокая похвала. И как в каждом традиционном индийском кино, финальная песня. Шанс услышать голоса Индии и полюбить эту страну навсегда вам подарили Кристина Рыбик и Геннадий Солодов. Студия хорошего настроения.